В областном центре проходит 11-й Северный межнациональный форум. Он организован региональным правительством и Советом национальности города Архангельска и Архангельской области. Форум стал основной площадкой для обсуждения вопросов реализации государственной национальной политики в регионе. Сегодня в правительстве области прошло заседание Совета по межнациональным отношениям, где обсуждались проекты в сфере международного взаимодействия. Основные наши проекты – это помощь некоммерческому сектору, помощь в создании межнациональных проектов, помощь в продвижении уже существующих проектов и программ, образовательная деятельность. Также обсуждались вопросы реализации стратегии государственной национальной политики. Кроме этого, в программе форума обучающие семинары по организации работы ресурсных центров в сфере национальных отношений и курсы повышения квалификации для муниципальных служащих.